Классика у нас, она всегда зиждется на основе добра и справедливости. И эта наша сказка, якутская сказка, она вот воплощает мечты нашего народа, красота любви, ну и, конечно же, борьба со злом, торжество справедливости и правды. Балетные спектакли вообще нашей республики еще не были представлены на московской сцене. Поэтому вот, эта возможность, мы, конечно, воспользовались возможностью этого фестиваля, когда вот, один из принципов этого фестиваля – никакого жюри, никакого отбора не существует. Значит, мы должны представить то, что нам нравится, то, что мы хотим представить. Вот эту возможность мы попытались использовать, и, думаю, мы сделали правильно.